эфир, дорогие подписчики и зрители канала. Меня зовут Артур, мы продолжаем проходить амнезию, Custom Story, называется «Убийство в Альштадте». В предыдущей серии мы попали в город, очнулись ночью, кругом бродят монстры, что-то непонятное. Но в итоге нам хорошо, тут хорошая музыка, что мы делаем, я не знаю, там за дверью где-то неприятные звуки. Слышите, да? Следующие вещи могут быть куплены в магазине Бориса. Ландана за 20 кредитов. Пепельницы за 10 кредитов. Ой, пепельницы, говорю. Трутницы. Зелье разума. Ну, то есть лечилки для мозгов за 10 кредитов. И топливо за 30 кредитов. Хорошо. Тут что, экономическая система есть? У меня 200 монет. А как покупать вещи? Ты можешь покупать вещи, просто нажав рычаг рядом с объектом, который ты хочешь купить. Тебе нужно требуемое количество денег, чтобы купить что-то. Монетки. Монетки могут быть найдены везде, если будешь внимательно смотреть. Понятно. Hello, stranger. I haven't seen many guys in my shop yet. That location, you know. I came here a long time ago. I came from Mother Russia to start a new life here in Germany. As you can see, I'm a shop owner. Он приехал из России и теперь он владеет магазином. But most of the time I'm just sitting here all alone waiting for someone. Большую часть времени он сидит тут один-один. Никого нету, говорит, некому ничего продавать. But they didn't say it would be in the freaking basement of it. Они, говорит, мне сказали, что это будет хорошее помещение в замке. Но не сказали, что это будет в подвале. Владелец, говорит, этого замка сделал давно страшный эксперимент. Понятно. Бери, говорит, что хочешь. Так, парочку вот этих. Подожди. What a good deal. Yes, it is. What a good deal. Yes, it is. Так, далее. Мозгоправка. Или это мозгоправка? Давайте купим топливо парочку. One. What a good deal. Yes, it is. Wow, you really need those things, don't you? Yes, I am. I did not know that you could find that much money around here. What a good deal. I did not know that you could find that much money around here. What a good deal. Я. Натюрлик. What a good deal. Так. Отрезвин. В здравом уме мелкие порезы. Так, подожди. I did not know that you could find это that much money around here. What a good deal. Давайте закупимся. Wow, you really need those things, don't you? What are you trying to do? Озвучка жжет, конечно. Так, ладно, мы нормально затарились, надо сказать. Прикольно. Всего хорошего, Борис. You're already leaving? Yes, okay. I do. Goodbye, my friend. Короче говоря, мы идем в подземелье, в данжен. Это меня, надо сказать, не сильно радует. Надо сказать, оно красиво сделано. Ой, как темно, я нифига не вижу. Да вы шутите, что ли? Жив. Ой, ключ. Ой, блядь. Так, он ушел, что ли? Я чуть кони не двинул, блин, от этой двери.
Я так испугался, охренеть. Ну вас нафиг, ни за что. Так, это закрыто. Я чую замануху. Нет, ничего страшного не произошло. Так. Сюда можно будет спрятаться, если что. Насколько я понял. Закрыто. Давайте-ка мы сходим туда, к тому трупу. Это же так увлекательно. Так, а нет, он тут был. Уф. Так, денежки. Голый труп. Вот, что мы тут делаем. Сундук, похоже, какой-то странный, липкий сундук. И все? Ладно. Хорошо. О, блин, это что ж ты, кобрубок, ты меня достал уже, пошел вон отсюда. Ой, блин. Так, моя чуйка мне говорит, что мы сейчас свалимся. Судя по всему, нет. Ну я же говорила. Я же говорил. Так, что у меня там? Еле живой. Супер! Хорошо, что я затарился. Так, что с мозгами? Кровь пульсирует, опять крыша едет. Блин, что-то тут очень быстро как-то это все происходит. Ну да ладно. Закрыто. Вот я попал. Как же? Зачем вы ставите тут постоянно этих тварей прямо на пути у меня? Как мне их обходить-то? Ой, ёплюха-муха. Но у меня выбора нет. Мне придется пробегать мимо него. Чё тут еще поделаешь? Твою мать. Блин, у меня опять крыша едет. Где он? Куда ты, скотина, подевался? Куда он делся? Ладно. Уф. Слава богу, он исчез. Нафиг. За решеткой спокойнее. Бляха. Ага. Я знаю твои приколы. Ты сейчас либо откроешься, из себя выскочит тварь. Какой-нибудь банана. Peanut butter jelly time. Либо ты просто дернешься и напугаешь меня. Так.
Я не хочу в нее прятаться, я не дурак. Я не хочу. Я не дурак. Я лучше тут постою. Ой-ой-ой. Да ты издеваешься, что ли? Мне хана. Надо было прятаться, пока была возможность. Уходи, уходи, бляха. Он не может пройти. Фу, так. Уходи, брателло, уходи. И чё я сюда пришел вообще? Тут ничего хорошего нет. А, подожди, у меня же ломик есть, слушай. Я мог... Ломиком, может быть... Блин. Спокойно. Ой, блин! После каждой серии этой игры, похоже, нужно будет идти в душ. Я опять вспотел. Так, что мне это дало? Дверь он вынес, конечно, просто вынес. А, слушай, я и не видел, что тут наверх можно подняться. Подожди, это все хорошо? Блин, спустись обратно. Никак. Может быть, там можно было ломиком открыть. Ну ладно, ладно, раз уж идем, то давайте пойдем. Почему бы и нет, как говорится, верно? Опять я чую замануху. О, монетки. Хорошо. Блин, я шваркнулся. Так, давайте поднимемся, посмотрим, что там еще было. Блин, эти исчезающие гады меня уже просто... Мозг мне выносит уже, я не знаю. Ладно. Хорошо. Для чего нам может пригодиться этот молоток? Я так думаю, там была... Короче говоря, стенка была кирпичная. Полуразобранная какая-то. Возможно, туда. Вот сюда вот. Да, я был прав. Так. Нет, 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 нет. Все, я в домике. Я ничего знать не хочу. Подожди, тут ничего больше не лежит. Так, ну ладно, дверь тут самоустранилась. Да хоррой слышу. Видимо. Че я взял-то? Ржавый ключ. Я надеюсь, этот ключ откроет большую железную дверь, которую я нашел. Какую железную дверь я нашел? Я столько дверей нашел. Это добром не кончится. Я ненавижу такие длинные переходы. Да я вообще ненавижу амнезию. И люблю ее одновременно. Тоже страшнее амнезии ничего нет. Вот теперь уже, поиграв во многие игры, я уже могу себя точно называть человеком, который... Ой, блядь, да что ж такое? Человеком, который поиграл очень во многое и
имеет, собственно, мнение по этому поводу. Так вот, амнезия — самая страшная вещь. Страшнее амнезии, по-моему, нет ничего. Так, в этот раз дверь у нас открыта. Ладно, хорошо. Я, пожалуй, сюда пойду. А, уберись нахрен. А, подожди, я ж тут был, да? И тут я упал вон туда вниз. Хорошо. Так, ладно. Теперь я примерно знаю, какая это дверь. Так, тут у нас трупак лежит. Это я пока оставлю открытый на случай, если бежит кто-то за мной. Так, у меня кончается масло. Это печально. Но вон там, спереди должна быть дверь. Если все будет хорошо. Если все будет хара. Давай, 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 давай. Шо? Хранилище. Отлично. Фу. Надо сказать, офигенно страшно. Я сейчас играю... Сколько? 11 ночи, по-моему. Сколько время посмотрим. 12:30. Блин, успокаивающая музыка. Я на это не куплюсь, я не буду расслабляться. Картошка. Обожаю картошку. По-моему, нет ничего вкуснее картошки жареной, правильно? Простая и очень вкусная пища. Если, конечно, ее пожарить с умом. Пожарить картошку — это тоже целое искусство. Вот. Это я вам как повар-кондитер 4-го разряда говорю. Это одна из моих... одно из моих образований. Вот. Ну, вы об этом знаете или не знаете. Я уже говорил об этом. Куда я иду вообще? Так, тут музыка закончилась. Это значит, что я сюда не хочу. Нет, ну почему же? Хочу. Только, блин, надо экономить. Тут есть чем зажечь? А, она на луп поставлена. Брателло, ты развалился на части. Да, это не сильно поможет, конечно. Блин, ребята, музыку, когда делали этот мод, могли бы, конечно, записать в более высоком разрешении. Она шипит и вся скрипит. Это кошмар какой-то. Или это у меня только так, не знаю. Я достиг некоторого прогресса с зельем. Последний испытуемый дал мне важную информацию о человеческой реакции на глюкосамин гидрохлорид. Это очень помогает, но субъект умер 2 дня спустя. Если я не найду рабочее зелье для излечения Йохана, он не выживет, не доживет, короче, до конца этого года. Оно должно быть сделано, неважно какой ценой. Опять похоже, чтобы вылечить там кого-то своего, как и в случае с Даниэлем. Ну, Даниэль, конечно, никого не лечил. Он тупо крошил народ. Так, подожди, я ничего не забыл? По-моему, как-то я безрезультативно особо сюда сходил. Может, тут какой-нибудь что-нибудь где-нибудь. Ладно, нет, похоже. Стул? Каким х... Твою мать.
Добрый день. Ладно, тихо, без нервов. Слабак! Да, нас такими приколами уже. Блин! Только я говорю, что я смелый, и сразу же меня что-то пугает так, что я себя веду как маленькая 5-летняя истеричная девочка. Ух ты, 3-очковый. Ладно, больше не буду говорить, какой я смелый, потому что я ни хрена не смелый, судя по всему. Если бы я сам тут натурально оказался, я бы просто, я не знаю, сел бы в угол и начал плакать. Это же полная жопа, как можно что-то делать? Так, ладно. Да и вы, блин, признайте сами себе, точно так же себя повели. Уж себе-то признайтесь. Оп, пардон, пардон, ваза. Так, что я тут могу? Я могу как-нибудь наверх забраться? Нет, похоже, что... никак. Ну ладно, ладно. Ох, чем меньше путей, куда можно пойти, тем меньше путаниц, как я уже говорил где-то. Блин, как хорошо, когда свет кругом, да? То есть все равно страшно, но при этом, блин, хотя бы крыша не едет у персонажа. Так, откроем. Там у нас масло. Так, подожди, там ящик какой-то, масло. Я думаю, я сейчас туда подойду и что-то случится, поэтому давайте-ка мы сначала сходим наверх. Ну давай, ну. Не застревай. Уф, так. Чё? Наверху тут, похоже, ничего особо нет. Чё? А, это вы? Это вы личинки непонятные. Так, ладно. Наверху я ничего не нашел. Блин, местная физика, я ее просто обожаю. Я ей не перестаю признаваться в любви. Она, по-моему, просто прекрасна. Вторая часть, кстати говоря, по слухам... На сайте там появилось изображение амнезии, когда нажимаешь на него, тебя переносит на Google Maps в центр Китая, короче. Вторая часть, судя по всему, будет в Китае, возможно. Я бы не стал загадывать, конечно, но китайские бабайки, это, по-моему, просто прекрасно. Вы что творили тут, ёлы-палы? Там ничего? На кой хрен тут стоит? Пустой. Нахрен. Нахрен. Я больше не хочу знать, что в этом гробу. И опять спокойная музыка. Типа все в порядке. Ну ладно. Есть у нас яйца или нет? Добрый день. Вы не дадите мне ключ от чего-нибудь? Смотрите, он живой. У него ноги шевелятся. Не вставай. Ну, я как-то более-менее спокоен стал, что все нормально, да? Ладно.
Так, тут нам нужен ломик, может, подойдет. Отнюдь, увы. Ладно. Талеры. Талеры — это какой страны валюта вообще? Я что-то не помню, честно говоря. Не суть важно, конечно, но, блин, напишите в комментах, напомните, пожалуйста. Любопытно же? А знающие люди. Смотри, какая крепкая. Так, подожди. Подожди. А где мой ломик-то тогда? То есть я его... А, вот, смотри. Я его пошевелить не могу. Сдвинуть с места. Может, по нему теперь надо молотком, скажем, ударить? Потому что я сдвинуть его натурально не могу. Ладно, пусть пока висит, мы осмотримся. Если будут затыки какие-то, мы сюда вернемся. Фу, так. Что-то как-то странно. Дверь подперта, что ли, чем-то с той стороны. Ладно. Так, ну что я могу сказать? В принципе, нам, похоже, нужно что-то решать с этими обломками. Вот тут хорошее место, кстати, спрятаться. Но я думаю, мы этим всем займемся в следующей серии. Потому что на сегодня, по-моему, хватит переживаний. Следующий начнем думать что да как. Но пока что все. С вами был Артур. Всего хорошего. Пока-пока-пока.